мяча. Вот теперь уже гол. Мы не видели, как это случилось, но видели, что сделал это Муран Филлайни. Я говорил, что он опасен. И он действительно страшная сила при игре на втором этаже. 2-1. Вновь сборная Бельгии выходит вперед. Подача на дальнюю штангу просто не достает. Никто до Мурана Филлайни. И тот навесным ударом отправляет мяч в дальнюю девятку. И тут уже даже Иржи Павленко был бессилен. Не дотянулся Томаш Соучик до Филлайни. Ну вот, защитников, по-моему, еще в детско-юношеских спортивных школах учат, что надо футболиста соперника держать перед собой, а не за спиной. Но забыл об этом, к сожалению, Томаш Соучик сейчас. А Муран Филлайни